Твери открылся первый офис Сбера нового формата. Он предоставляет широкий спектр финансовых сервисов и продуктов Сбера для розничных клиентов, а также имеет зону экосистемы и нефинансовых услуг. Одними из первыми отделения посетили управляющий тверским отделением Сбербанка Виктор Аршинов, а также заместитель главы администрации Твери Андрей Гаврилин. Ну что, новый филиал, первый филиал в Твери, номер 155, Сбер в новом формате открыт. Такого в Твери еще не было. Новое просторное помещение офиса Сбера в нескольких минутах езды от центра города – это место, где можно не только решить традиционные банковские вопросы, но и протестировать новые гаджеты от Сбера в демозоне, заказать товары в самокате или в Сбермаркете, получить посылку с помощью Сберлогистики или оформить подписку Сберпрайм, которая дает возможность использовать сервисы экосистемы Сбера и существенно сэкономить денежные средства или приобрести умные устройства. Новый офис Сбера в новом формате. И он подчеркивает основную нашу концепцию, что Сбер теперь это экосистема. Соответственно, здесь не только финансовые сервисы, но и сервисы всей нашей большой, огромной в текущий момент экосистемы. Рабочее пространство офиса благодаря удобной эргономике мебельных элементов позволяет обслуживать клиента, что называется, плечом к плечу. Это помогает установить доверительные отношения с клиентом и быть с ним рядом. Пространство офиса стало более комфортным также за счет расширения зоны ожидания, где, кстати, можно выпить чашку ароматного кофе или горячего шоколада. Одним из первых с работой нового филиала ознакомился заместитель главы администрации города Твери Андрей Гаврилин. Он отметил, что открытие офиса Сбера – отличный новогодний подарок для жителей столицы Верхневолжья. Понравились новые банкоматы. Это совершенно новый современный формат. Кроме того, есть отличный детский уголок и современная мультимедийная приставка, которая, я думаю, всем будет интересна для использования дома в том числе. Отметим, что офис, который начал работу в Твери по адресу площадь Терешковой, дом 47/27, стал пятым отделением Сбера нового формата. Четыре из них уже работают в области – в Кесовой горе, поселках Изоплит, Калашниково и Фирово. Свои новые офисы Сбер создает с учетом ESG-принципов. В интерьерах используются экоматериалы, энергосберегающие устройства, контейнеры для раздельного сбора мусора и многое другое.